Так, мы с вами заезжаем в лес. Туда прям. Следов цивилизации уже почти нет. Но вот такие сосны. Так, вот такой мост. Опа, на него запрыгнуть надо. Вот здесь на самом деле местами с левой стороны прям обрыв. Здесь до какого-то времени никаких не было дорожек. Потому что, видите, мосты, тут овраги. И, в общем, короче, баба-яга живет. Можно реально куда-нибудь туда вот свалиться, в болото, мне кажется, не вылезти. Но, тем не менее, видите, довольно много уходящих вглубь леса тропинок. Здесь как-то я... О, речушка течет. Встречал людей, косплееров, которые играли. Что-то там какие-то орки, короче, с эльфами бились там. Но местечко такое, тематическое. Видите, тут далеко. Вон там дома видны, конечно, наверху. Но в целом, видите, глухой лес. И такой вот тут прогончик. Слышны голоса отдыхающих со всех сторон. Все-таки еще у многих людей еще лето, я так понимаю. Вон что-то там делают. Видите, там прям обрыв. Вот он, обрыв. Вниз. Река там далеко внизу. Ну, красота же, смотрите. Мне кажется, тут пешком гулять долго очень, далеко. Гулять здесь на электросамокате, ну, тоже такая тема. Это оптимально как раз велосипедная штука. Какой-то на измене сидит, что-то дернулся. Надо будет на видео посмотреть, что он там, блядь, доставал, сука. Ну, видите, какие косогоры тут. Прям горы, горы, горы. Гор в Москве нету. Но, как говорится, за неимением гор и это сойдет. Ну и тут понятно, да? Сейчас вот будет, кстати, горка. Можно было бы поехать на лево, вон туда, на горку. Но мы этого делать не станем, мы же не сумасшедшие. Мы доехали до какого-то теплопровода. И сейчас будем поворачивать направо и будем объезжать Бирюлевский дендропарк. Но сегодня тут никто не отдыхает. GoPro, стоп видео.